Далее рубрика «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала наша съемочная группа. Я скоро улетаю в другую страну, буду там жить, я очень рада. Да очень. Мы только жить начали. А я приехал к сыну. Положили рулоны, газон. На пар не пошла. Я потеряла банковскую карту. Вот мне дочь майку подарила. Дойчланд, Германии. Сегодня мы занимаемся опрессовкой отопительной системы. Сегодня на обед у меня 2 донера. Ну, сделал рельеф для военкомата. Записался в школу танцев. Дочку в деревню отвез. Внуки женились. У меня сессия. Все очень плохо. Мы доделали диплом. Я иду на сеанс татуировки. Я набил 100 татуировок. Продал за 3 дня 30 килограмм меда.